О! Давай, давай, давай. Просмотр на хром под. Да ты шо? Смотри, хорош. О, стоять, 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 стоять. Ну, видишь, как все. О, давай, 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 хороший. Давай. Ребят, всем привет. Сегодня у нас очередная зимняя рыбалка. Сегодня мы находимся на самых красивейших, крутых местах. Это заливы речки Псел. По плану у нас сегодня вообще практически все. Сегодня будем пробовать балансир, мормышку. Русик, он уже расставляет жерлицы, и я сегодня еще хочу поймать щуку. Осенью у меня была тут лодочная рыбалка последняя, я нашел бровку, на которой поймал 3 щуки, и было 2 поклевки. Поэтому сегодня попробуем ее поймать. Сегодня со мной Руслан, Руся Щуколов. Сегодня с нами его брательник Яська. Сегодня мы будем делать с него рыбака настоящего. Итак, разлаживаемся и начинаем рыбалку на этих красивейших местах. Посмотрим, насколько он сегодня активный. Сегодня немножко оттепель, плюс 1. И посмотрим, как у нас получится наловить его. Русик уже поймал живца и уже поехал. Да, щука, вот такая, с такими глазами. Итак, ребят, начинаем. По традиции я первого попавшегося, ну, камеру не вешал, пока не поймал первого. Вот он, первый, я вам скажу, довольно неплохой размер, хороший. Но тут есть и больше, так что продолжаем. Начал я с рапалы и с такого балансирчика скажу побольше. Это, наверное, 4-ка или 45-й. Ну, обычно я на троечку ловлю, на смайлик. Сейчас попробуем побольше балансирчик. Ну, именно активность его проверим. Насколько же он у нас активный. Если чересчур, он и на большой балансир будет очень нормально отзываться. О, смотрите, ребят, вот и второй пошел. Вот такой вот. По погоде, конечно, ребят, сегодня у нас дождь идет. Дальше у нас будет 3 или 4 дня оттепели, так что сегодня просто грех было не вырваться. Глубина ловли, смотрите, ну, я думаю, где-то метр. Метр глубины. Тут глубины такие от метра до 2. В среднем такие 1,5. Красавчик. Вот Яськин первый окунь. Это ж первый ты на балансир поймал в своей жизни. Красавчик, поздравляю. Небольшой, но ничего, ты сегодня поймаешь и больше. Услышал ударочек, да, все как положено. Молодец, красавчик. Ого! Вы видели, как он разогнул кивок? О! Вот это жадные поклевки, прям жадные. За передний крючок. И так именно по злому. Оно еще будет. Ого, сразу же. Ну, хочу сказать, мы сегодня начало очень хорошее. Ну, как всегда бывает, он может днем, ну, с самого утра так быть активный, а потом, чем дальше, тем хуже и хуже. Ну, посмотрим. Ого! Вот он. Вот это уже рыбалка. Вот это уже размер. Кстати, видео коротко буду по смыслям рассказывать, потому что я по-любому кому-то да будет интересно. Это удочка Рапала, заводская удочка. Здесь часто спрашивают, это простой резиновый кембрик в магазине. Я купил, мне легче с ним. Кто-то рыбачит без него, мне легче с ним, когда подбивает, я это все вижу. Даже самые малейшие подбило, знаю уже сейчас, через один, через два подброса он будет добирать. Ну, это если он активный. Так, леска у меня тут 0,165. Вот смотрите, Сиглон Айс 0,165. Раньше я рыбачил на леску потолще, но мне сказали, что если ты рыбачишь на маленькие балансирчики, такие как вот троечка, то лучше леску еще тоньше поставить. Застежка тут вот такая экспериментальная у меня еще пока что не подвела. Все нормально, такая быстросъемчик. Показывает опыт, что надо вот сейчас, пока он действительно клюет и все классно, бурить, долбить вторую лунку, опускать камеру и пытаться заснять поклевку, потому что я чувствую это те места, где сейчас у меня может это получиться, и вы посмотрите. Руся, брательник твой уже зимний рыбак настоящий, не то что ты. Спасибо большое, спасибо. Все нормально, все круто, спасибо.
бо у меня все умрет, и квадрокоптеры, и камеры. Так, Русик ходил за жерлицами, попросил его палку, чтобы портфель не мог, потому что он впитывает. И вот та вся аппаратура, что внутри, она вся будет мокрая. Так что я вот так вот его сейчас повешу, и вот так он будет висеть. Да ты шо? И глотнул его. Вы посмотрите, какого красавца завалил. Офигеть. Select Smile, троечка там. У тебя плоскогубчиков ничего такого, да, нету? Это у нас время, когда все дело близится ближе к глухозимью, поэтому сумасшедших раздач и поклевок именно под водой заснять мне было очень сложно, но одну я заснял, дальше это все будет. Но в этот день я очень много понаблюдал, как окунь реагирует на балансир, как он реагирует на безмотылку, на мормышку. Все это мы тоже дальше посмотрим. Так как я и говорил, да, с утра такая раздача была, сейчас все. Подплыл, посмотрел и уплывает. Не могу, блин, вроде ж как все. О, давай, хороший. Давай. Ну. Вы видите, что происходит? И нормальный окунь, кстати. О. Давай. Видите, откуда-то приплыли. Ну, на камеру, давай! Получай. Не хочешь клевать, получай. О, давай, бодрячок. Давай. Блин, я его испугал. О, давай, малыш, ты сможешь. Есть. Прикиньте. Вы это видели? Я реально думал, что в кадре нормальный окунь. Вот, я, кстати, ну, это опыт, потому что я думал, она показывает как-то вот нормально. А ты видели, насколько он казался вроде как окунь, а в итоге... Такой шпрот именно. Итак, пока камера опущена, я сейчас хочу сразу вот это посмотреть, как играет VIP. Потому что на прошлой рыбалке, кто смотрел, я в него упирался, но ничего не поймал. И мне вот интересно посмотреть, что он там делает под водой. Стоит ли сегодня в него упираться? Просто как в заброс на спиннинг, я примерно понимаю, какая у него игра. А вот именно в отвес очень хочется посмотреть. Вот VIP, вот камера. Давайте посмотрим, как он играет под водой. В принципе, я скажу, очень даже классно. Я что-то думал, это попечальнее выглядит. Смотрите, возвращается ровно, как и балансир. И при взмахе я слышу, что он... То есть вот так вот делает. И возвращаю. В принципе, вообще, балансир. Я сильно какой-то разницы не вижу. Я просто переживал, что он в сторону не сильно улетает. А он довольно-таки отлично улетает. Так что щучку, я думаю, с ним пойду искать. Но это будет попозже. Сейчас я хочу все-таки окуня наловиться. Потому что он явно уже начал затихать. С утра, видите, как весело. Ну, как обычно, короче. Ну, на заливах Псла. То понятно, что в разных условиях, в разных местах он по-разному. Но вот именно на заливах у нас постоянно одно и то же. Утром активненький, а потом чем дальше в лес, тем меньше дров. Но еще я ничего не могу поймать, потому что я вырубал три лунки, что две лунки рядом. И я не могу просто побегать по другим местам. Я задолбусь рубать. Так что сейчас просто порыбачим без камеры. Много времени убил с этими камерами. Совсем сейчас будем продолжать.
есть. Да, конечно. Есть, но размер вот перестал радовать. Подброс. Ну, это мелочь. Это не крупный. Смотрите. Вот что ты, когда камера была, не хотел так клевать? Активно. Он, наверное, раза 4-5 ударил, пока взял. По балансирам сегодня я начал вот с Рапалы. Это, наверное, 40-й. И заканчивал уже троечкой Select Smile. Тоже, в принципе, по снастям все, что смогу, запихаю в описании под видео на ссылках. С окунем скажу, все понятно. Он есть. Мы на крайняк сейчас, если он вообще будет плохо клевать, достану мормышку, все равно мы его сможем ловить. Это понятно. Сейчас я хочу проверить, кто смотрел мое видео осеннее. Я плавал на лодке и щуку. Я нашел бровку, она вот тут рядышком. Камышек идет, свальчик в ямку. И вот на этой бровке отрезок камыша, наверное, метров так 50, может 60. И вот на этой бровке я поймал 3 щуки и получил 2 удара щучьих. Так что сейчас я беру свою удочку, которую сделал. Я ее, кстати, доделал. Прошлое зимнее видео, кто смотрел, у меня не было на ней колец. Ну, тюльпанчик я повесил, а вот этих 2 колец не было. Я думал, сколько же их поставить сюда колец. Сейчас уже я не скажу, что прям идеально красиво, но ниточкой замотал, проклеил, лаком вскрыл. Ну, для ногтей простым. Поставил еще 2 колечка. И вот такая вот у меня удочка. Чем она классная, чем она мне нравится, что ее сложил, и она вмещается в ящик. Разложил. Кивок я сюда поставил хороший, карбоновый, жесткий такой. Этой удочкой, я даже думаю, можно будет и судака половить, и щуку, то есть уже для более крупной рыбы. Сделал я как? У меня был поломанный спиннинг, я подобрал хлыстик вот до вот сюда, где-то. Вот до вот сюда, вот этот хлыстик. Сюда вставил такой отрезок конуса, ну, со спиннинга, чтобы как раз в нем стопорился вот этот хлыст. Вот я его сюда вставил, вклеил. Потом через низ запустил хлыст, и он как раз у меня вот четко, видите, чикс, и стопорится. То есть вот тут этот конус от спиннинга, в котором он зажимается. Сложили, влез в ящик, как раз по вот это колечко. Разложили, у нас нормальная длинная удочка, можно рыбачить стоя, можно сидя. Короче, вот такая штука. Ну и катушку взял побольше, сюда поставил. Если где-то судачка на глубине мне предстоит этой зимой половить, то чтобы быстрее все выматывать, заматывать было. Тут у меня стоит моно-хард, хард-моно, такая, типа флюра, жесткая. Где-то я примерно на какой-то фирмы, я не знаю какой, но там не писалось диаметр в миллиметрах. Но вот так по ощущениям где-то не сильно толстый, 0,33-0,35 где-то вот. Я надеюсь, что он выдержит щуку. Ну такая жесткая штука. И сюда сейчас я ставлю вот тот випчик, который мы смотрели, как играет, и попробуем походить, половить конкретно щуку на той бровке, где я ее нашел. Вот такая у нас картина. Вот смотрите, видите, начинается камыш вот, и вон он заканчивается, вон, видите, заканчивается, деревья пошли. Вот на этом отрезке у меня было 3 щуки и 2 удара, поэтому мы очень надеемся сейчас ее поймать. Итак, с русиком мы продолбили вот так вот в шахматном порядке лунок, как раз по вот этому свальчику, где с лодки брал щук. Ничего, пробежались, все прошли. Идем, возвращаемся к окуню. Итак, ребят, разматываю секретное оружие. Сегодня у меня карбоновый кивок. Вовану спасибо. Купил у человека, который их делает, гвоздикубик золотой. И сейчас мы будем пассивного этого мучить. Я эту удочку покупал вообще с карбоновым кивком. Но поскольку я только начинал, оно очень неудобно. Но сейчас я уже вроде пару лет на безмотылку ловлю, приловчился, сейчас будем привыкать к карбону. Говорят, все намного чувствительней и прикольней. О! Ой, лучше б я ее не доставал. Живец. О! О, теперь плотва, живец. Смотри, я тебе сейчас живца быстро наловлю. Скажу, сейчас непривычно ловсан мягче. Было видно хорошо, когда останавливаю, ну, когда берет рыбка.
Оно так вот играет, а потом начинает загибаться, чтобы понятно, что она его взяла. Тут, поскольку он жесткий, немножко я еще не въехал. А, вроде как. О, прям поклевка. О, смотрите, тут можно плотвы наловить. Стоять. Где тут фрикцион? Смотрите, что творится. Так, давайте потихонечку. Леска очень тоненькая. Кто это у нас такой? Так, давай понемножечку сюда. О, хорош. Но я не скажу, что это и отвалился. Не скажу, что он прям большой, но прям такое, как порвет леску. По мормышке, смотрите, вот эти вот удочки с финки переделывают мастер Вова, его зовут, я на него оставлю Facebook. И также он делает карбоновые кивки. Это все к нему, ссылку под видео на его Facebook оставлю. И второй мастер Женя, он делает гвозди-кубики, гвозди-шарики, лесотки. Вот видите, у меня их тут вот такой вот наборчик. И козочки. Вот козочки. Чик-чик-чик. Вот это козюли. Сегодня я вот на такой гвоздикубик в золотом цвете ловил. Мне понравилось. Мирная рыбка на него хорошо клюет. Сработка, Русик! Сработка! Не-не-не, это не ветром. Давай я буду снимать. Смотри, хорош! Да давай, подсекай, она мотает, там уже во рту все нормально. Давай, эч! И главное, да, вот лунки ж вроде грамотно набили. Чего она на балансиры не хотела? Ну, мы ж не профессионалы в жерлицах, надо было подождать. Еще скажу, что Русик — это мой компаньон, он на себя взял интернет-магазин и сейчас склад находится в Кременчуге. Так что, ребята, кто с Кремня, можно с ним договориться и забрать товар в Кремне не по почте, а конкретно встретиться и забрать. Красивенький. Есть. О, Русику еще один живец сейчас дам. Он как раз пошел жерлицы ставить. О, наступление. Послышите, это уже краснопера, да? Неплохо. Есть. О, еще одна краснопера. Краснопера на корм подошла, понял? Так, я долго метался между мормышкой и балансиром. В итоге пошел, прогулялся по местам, где в том году ловил, надолбил целую кучу лунок и сейчас просто буду по ним идти. Сильно сказать, что мормышка лучше ловит, не могу. Он очень такой пассивный парень. Ну, даже по камере было видно, что они есть, но они клевать не хотят. И мормышку, если честно, может, конечно, на мормышку они лучше клюют, но то же самое. Очень пассивный, поэтому я думаю, возьму балансир, буду идти и собирать активного. Пассивный мне не интересен, все. О, подброс. О, там, это уже другое дело. Правильно, иногда надо погулять. Это приносит свои результаты, плоды.
Те, кто не знает, что такое глухозимье или окунь, который неактивный и вообще не хочет клевать, может посмотреть на все это и сказать: друг, ты что-то не то ему даешь, он не хочет есть то, что ты ему даешь. Это проверенные балансиры, проверенные временем. Я уже, наверное, лет 5 занимаюсь зимней рыбалкой, и это, можно сказать, мой топчик. Это Rapala 4, это Select Smile 3, и даже цвета, те, которые уже давно проверены и поймали не один десяток, да, наверное, даже сотен, можно сказать, не побоюсь, рыб. То есть это проверенные балансиры. Он не хочет клевать, потому что он действительно сейчас вообще неактивный, очень тяжело его вымучить. Хорошо. Ну и несмотря на то, что хорошо, почти все за нижний тройничок цепляются. За нижний тройничок. Видите, прям все. Все-таки замучал. Тройничок, тоже тройничок. Русик! 2, 2, 1. А? Ну, по порядку иду, понял, ловится. Всего окуня, которого мне удалось заснять на камеру, я его всего могу назвать, что он неактивный, потому что никто из них, в принципе, на камеру клевать не хотел. Но и вот эту всю массу можно поделить на расстояние, которое, на котором он терял интерес к приманке, к моей. То есть были особи, которые за метр, там силуэт только видно, они видно, что заинтересовались, на метр где-то от приманки останавливались, немножко посмотрели и уплывали. И были, которые подплывали прям в упор, что-то там пытались вроде как и уплывали. То есть расстояние, на котором терял окунь интерес к приманке. То есть вот в этом его активность проявлялась. Но вот так вот, чтобы попасть прям на активного, который бы клевал, я надеюсь, этой зимой еще получится. Мы найдем места, где он будет, где он будет активный, и все получится заснять. Красота. Хороший, хороший. Долго, кстати, ждал его. Итак, все, что я понял по сегодняшней рыбалке, что заснять поклевку на камеру, это очень сложно. Когда ты это делаешь, рыба вообще отказывается клевать. Сегодня очень много времени на это убил, но зато классный опыт понаблюдать, как она себя ведет, как она реагирует на балансир, как она реагирует на мормышку. И вот что я сегодня четко заметил, что вот когда опускаем мормышку и балансир в лунку, где нет рыбы, балансир намного быстрее ее собирает. Вот это, ну, это в принципе все знают, но это прям вот четко. Минутка максимум, на балансир всплывается рыба, она на него смотрит, не реагирует, потом уплывает, но намного это быстрее происходит. Мормышка я сегодня бывала по 4-5 минут, где-то, насколько у меня хватало терпения, дергал, вообще никто не всплывался. То есть мормышка лучше там, где рыба, вы знаете, что она там есть, и вы туда опускаете ее и ловите. А балансир все равно собирает рыбу лучше. Много чего я снимал, не смотрел, дома все посмотрю. В принципе, подводные съемки — это интересно. Это интересно, правда, качество камеры, которая записывает, очень ужасное. Еще в таком формате записывают, что его нельзя закинуть в видео. Я, то есть, снимаю экран, короче, ужас. Но я думаю, все повставляю, все посмотрим. Денек сегодня, хотя был немножко с дождиком, все равно получился классный. Под вечер уже классная погодка. Тихо, спокойно, хорошо. По рыбе, опять-таки, не сказать, что очень много. Трудовая рыбалка. Но если бегать, если упираться, все получается, все ловится. По жерлицам тоже одна сработка, явно это была щука, явно мы ее просрали, и все, абсолютно все. Ну и этому очень рады. Мы были очень близко к тому, чтобы сегодня еще увидеть щучку. Я думаю, там килушка была точно. Русик говорит, по ощущениям где-то так и было. Наш улов вот такой вот. Ну конечно, кто поймал самого жирного окуня? Я. Кто? Итак, ребят, с вами был Жека Докучаев, два братана, которые сегодня, он, Яся вообще сегодня молодец. Он первый раз в жизни. Всех уделал. Первый раз на балансире взял такого вон красавчика. Все, до следующих интересных рыбалок, до следующих видосиков с каналом Tour Story.
Всем пока. Давайте. Пока.